Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Wonder Blade. И, как вы помните, в прошлой серии мы добрались до какого-то замка. Так что сегодня мы, пожалуй, начнем именно с него. Только вот знаете, что самое интересное? Мы с вами пройдем замок, и, судя по дорожке, мы пойдем с вами вот сюда, вот в эти горы, да? В зиму, так можно сказать. А когда же я, интересно, попаду вот сюда? Вот в эту локацию. Я так понимаю, здесь типа как кладбище, старый замок и все там подобное. Может быть, у нас как-то это будет последовательно. В общем, ладно, ребята. В любом случае, мы начнем, пожалуй, вот с этой миссии. Так. Электрическая ловушка. А, нет. Ну да, электрическая ловушка, ребята. Поехали. Давайте смотреть. Фух, приготовились. Он мне, кстати, подписчик написал, что следующий босс меня может из себя вывести. Стражи типа, да? Ну ладно, давай, иди сюда, орлы. Воу-воу-воу. Что такое? Что вам не нравится? Ну, как всегда, ребята, стражи очень много, да, тут понавыходило. Не надо буянить, пожалуйста, парень. Не надо. Опа, меч классный, кстати, по-моему, выпал. Сейчас мы его, ребят, посмотрим. Да что ж такое-то? Дайте, я хочу суперудар. Вот. Нормуль. Слушай, ну они атакуют уже совсем не слабенько. Давай вот так вот. Блин, я хотел вообще-то суперударом бомбануть их, но ладно. Слушай, да что ж такое-то? Что это за орлы такие? А? Мощные, блин. Накумарил, нет? Так, давай суператакой. Замечательно, одного подбил. Сейчас, ребята, мы посмотрим с вами, что это за меч такой лежит красивый. Опачки. Так, плюс 9 к атаке, плюс 6 к хп. А ну-ка давай сравним. Блин, а тут, ребята, у нас еще и магический урон. Я даже не знаю, что и делать. Блин, без магии-то вообще кисло. Ай-яй-яй. Слушай, ребята, я, наверное, все-таки оставлю вот этот меч, который у меня. Потому что, ну, магический урон мне по-любому нужен, ребят, вы понимаете. Воу-воу-воу-воу-воу, не было печали. Я теперь, кажется, понимаю, почему мне подписчик сказал, что следующий босс тебя просто выбесит. Если тут, там будут вот такие вот, ой-ой-ой, такие вот летающие чудики, то да, скорее всего, так оно и будет. Они не дают мне вообще ничего сделать. Давай вызовем Джина, елки-палки, в конце-то концов. Пускай, как говорится, помогает мне. Так, отлично. Добьем. Ё-моё, там еще один вылез. Что они такие мощные-то здесь? Может быть, ребят, мне надо было подкачаться маленечко, а? Прежде чем сюда идти. Как вы думаете? Может, я зря так ломанулся? А подкачаться здесь можно элементарно, ребята. Если будешь проходить прошлые уровни, их переигрывать можно. Вот не знаю насчет боссов, остаются ли там боссы, но переигрывать точно их можно. Да ты посмотри, а. Просто беспредел какой-то. Натуральный. Сейчас Джин уйдет и будет мне, ребят, здесь совсем не сладко. Ой-ой-ой, расстреливают. Просто не дают, ребят, мне ничего здесь сделать. Конфетку, дай конфетку, мясо, все дай сюда. Все, ребята, мой Джин отыграл свою роль. Как вы видите, он исчез. А что это? Как это меня заморозили-то? Эй! Что за дела-то еще? Давай-давай, бомбим. Бомбим, ребят. Игра на самом деле становится очень сложная. Очень сложная. Так, что ты там? Давай-давай, давай. Магию, магию, магию льда. Хотя, можно было бы и огнем, наверное, побомбить. Все, справился, да, кажется? Так, вот этих добьем. Так, и этого сейчас орла. Да что ты делаешь-то? Ну, иди сюда, хламон. Вот, кстати, очень хорошо, ребята, проходит такой вариант, когда ты его замораживаешь. И он в глыбе стоит, ты его просто потом разбиваешь. Так, давай смотреть. Что ты там? Ржет он мне. Оп, это что? Это что такое?
Да ну, хорош. Блин, подожди, а что? Так, я одну бомбу только уничтожил. Ёпрсте. Вторую. Ну, ты будешь бомбить-то сегодня или что? По-моему, не добил, да? Добил вроде. Давай. Так, вот теперь я добил, ребята. А эту я еще не добил. Ох-хо-хо. Я понимаю все. Ну все, вроде бы. Фу, успел. Господи, что это? Это, мне кажется, ребята, босс бомбит уже. Твою ж маковку. Да ё-моё, из-за этого столба не увидел, ребят. Да какой там босс? Там, ребята, какие-то, блин, пушки. Дай, уничтожить меня. Стою, лыблюсь, блин. Ах ты, зараза. Да ничего не сделать, абсолютно, ребят. Давай вот так вот попробуем, хорошо. Меня удивляет, почему, ребят, я не могу сделать суперудар порой. Вот я жму, и он почему-то в отказ идет. Слушай, а вот как они, интересно, делают блок? Может быть, я тоже умею, а, ребят, блокироваться? Давай, ты будешь сегодня суперудар делать или нет? Вот. Все, не все? Я не могу понять. Нет, она еще там бомбит, стреляет. Сейчас ее добью. Добил, блин. Вот теперь все. Так, орлы пришли, да, у нас тут? Монетки забираем. Ну куда ты бежишь? Куда ты бежишь, я тебя спрашиваю? Даже не подпрыгнуть никак, а? Одного наказал. Давай еще одного, ребят. Отчебрючим его. Успевает встать, успевает бомбануть. Вообще опупел. И причем блок имеет, ребята. Дайте еды, мне нужна еда, ё-моё. У меня запас здоровья очень маленький. И я не хотелось бы терять мне жизнь. Точнее, хилку. У меня их так, ребят. Опять, ребята, да, бомбы. Опа. Нет, ребятушки, не бомбы. Тихо. Слушай, а как тут? Я что-то не могу понять, а как я тут? Ё-моё. А как тогда? Ага, понял. Тихо, ребят, тут надо все, оказывается, делать аккуратно. Еще не дай бог, во время этого придется драться. Это будет вообще тогда трындец полный. Ребят, мне придется опять хилку тратить. Так что делать? Так что ли? Зря я хилку потратил. Там хп, ребята, он лежит. Причем довольно много. Можно было бы захиляться. Давай так вот сделаем. Да что ты делаешь? Я хотел прыгнуть, а не кувырок тут. Твою же маковку. Мне сразу это, ребята, почему-то напоминает, знаете что? Черепашки-ниндзя. Я когда раньше в свое время проходил Манхэттен, по-моему, или как там называется. Там что-то наподобие такого было. Тоже вот эти всякие там. Надеюсь, на них электричество вот это действует. Мне бы хотелось, чтобы хотя бы их тоже атаковало, а не только меня. Где отсюда прикатился мне тут калачик? Ну, кто еще? Еще ему ползает. Ты понял, что делает? Я левелап получил, ребята. Отлично. А, как же меня раздражает. Бомбит. Меня, ребят, бомбит здесь вообще по-жесткому, серьезно говорю. Так, мороженое отдай.
Еще и ржет. Гуманоид, блин, а? Смешечки у него тут. Так, стоим, 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 ребята. Там у нас, конечно, есть подкреп. Вы увидели, да? Возле стеночки. Вон там, вон где-то. Конфетки, всякая ерунда. Так что давайте, ребят, туда продвигаться уже с вами. Блин, хотел взять, подкрепиться маленечко. Все, отлично. Так. Да ёпрасота, ну что же. Аккуратно надо. Так, погнали. Блин. Нет, 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 нет. Вот так вот. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Побежали. Так, тут-то что надо делать? Эть, понял. А как тут, интересно? Да подожди ты. Что ты делаешь? А, вот так вот, наверное, надо сделать. Трындец просто. Короче, ребята, я плевал я на все это. Тихо. Вот оно. Вот оно, мастерство. Нет, только не вы. Только не вы, ребята. А, как они меня раздражают, если честно. О, ребята, я могу Джина вызвать. Давайте делать это в срочном просто порядке. Без него как-то неспокойно мне было. Мне почему-то кажется, что следующий босс будет именно прикрываться вот этими вот солдафонами. Да-да, ребята. Вот этими вот летающими. Так, что там мне? А, да, ребята, аплодисменты идут, как мне подсказали подписчики, когда у тебя 50 повреждений, 50 атак происходит, тогда тебе хлопают аплодисменты. Да что за дела-то? Чё мы не можем справиться-то с ними? Побыстрее-то, ё-моё. Как с детьми тут дерешься, ё-моё. Давай вот так вот бомбить тут. Никакой пощады. Так, отходим. Здесь постоим маленечко. У меня очень мало, ребят, здоровья. Слушай, а атака Джина от чего, интересно, ребят, зависит? От моей магии или как? Никто не знает. Опять бегут. Опять бегут. Неуклюже. Пешеходы по лужам, отлично. А как ты, гад, так сделал-то, а? Увернулся он мне. Посмотри на него. Тихо, отойди, отойди. Со своим лазерным мечом мне здесь не нужен ты. Да чтоб тебя. Был бы тут еще какой-нибудь, ребята, захват, переброс. Ну, чтобы можно было врага откинуть там куда-нибудь. Фу, неужели прошел? Давай, пойдем, посмотрим, что нас там ожидает дальше. Мне кажется, босс. Нет? Оу, мы с вами... Хе-хе-хе-хе. Накося. Воу, ребята, вот это круто. Вот это я понимаю, веселуха. Кто там сзади подкрадывается мне? Ха-ха-ха. Они даже ко мне боятся подойти, прикинь. Воу, шикарно, просто шикарно. Тихо ты. Лезет тут еще мелочь всякая пузатая ко мне. Дайте мне мороженое взять. Вот так вот, вот так. А что у нас тут еще есть? Ага, понял. Так, мне нужно подкрепиться маленько. Хотел бы я посмотреть, как это была бы добивка на роботе, да? На, если на Б нажимать. Все, пошли. Пошли, пошли. Такой крутой чувак у меня. Ну, где враги? Кто, что? Понял. Да посмотри, как их жарит. Вот на таких уровнях, кстати, очень классно фармить бабло, ребят. И опыт, между прочим. Вот что я хочу сказать. Иди отсюда, лежит он тут. Пригрелся враг, да? Отвалите все. Никаких вам подходов ко мне не будет. Яблоки. По крайней мере, ребят, мы с вами восстановили здоровье. Но у меня всего 3 лечилки. Этого мало, мне кажется, будет.
Че, все? Или еще кто захочет парочку звездюлей? А, мне нужно сюда пройти, да? Понял. Давай ломаем. Погнали. Ну, че, никого нету, погоди-ка. Вон они сзади, архаровцы бегут. Ну, у робота дамаг обалденный. Если сравнить, ребята, с дракончиком, да, который у нас был ранее, то это, конечно, не сравнить. Просто пипец. Причем на весь экран жарим. Так. Левел ап. Второй за игру у меня левел ап. Так, что ты там мне кулачками своими машешь? Охламон. Так, бегут. Бегут, ребята, нельзя подпускать их. Так, пробиваем. Отлично. Так, у нас груша еще лежит. Я ее съем. И там еще какие-то архарсы. Да, их тут много. Давай-давай, пробиваем их всех. Так. Золото, бриллианты. Это я все конфискую у них. Перебьются. Так, сколько у нас, ребята? 426 монет. Маловато будет. Мне бы хотя бы 1500. Ну, для оптимальной, как говорится, жизни. Так, давай этих. Куда ты, вот куда ты прешь постоянно, а? Куда ты прешь? Самый умный, что ли, я не могу понять? Или че? Жарим. Так. Ломаем пока с вами. Пока они там сзади что-то выплясывают. Пробиваем, пробиваем. Да ёпрасте. Неугомонные не дают, ребята, мне ничего сделать нормально здесь. Пошли прочь. Так, добьем этого партизана и вот этих прожарим. Так, все, по-моему, да? Нет, еще один остался. Сейчас я его добью. Какой один? Там еще их целая куча. Монеты, главное монеты, ребят. Без денег я, как говорится, никто и ничто. Все, здесь забрали. С этой стороны теперь пруд. Давай, давай, давай. Иногда, ребята, проскальзывает крит. Вы, наверное, заметили, да? Когда мы критуем. Так, давай деньги. Монетка. Одна, всего лишь одна, блин, пипец. Короче, монетки это самое слабое. Вот потом уже идут камни там. 5 монеток. Там 6 монеток. И 3 монетки. Неужели все? Да, ребята, походу мы с вами направляемся прямиком к боссу. Почему-то мне вот так кажется. Могу ошибаться. Нет, смотри-ка. Пока никого нету. Хотя, подожди. Что-то здесь не то. Точно, босс. О-оу, о-оу. Это еще кто? Это какой-то робот, ребята, у нас. Так, ну что, ребята, здесь произошел кое-какой косячок у меня. Короче, дело вышло так. У меня место на жестком диске закончилось как раз в тот момент, когда я бил босса. Я этого, ребята, не углядел, поэтому для вас специально перепрохожу. В данный момент, видите, да? На голове у меня вот такой вот шлем. Это выпал с босса. Также у меня, ребята, открылась новая способность электричества. Но я думаю, что я все-таки поставлю пока заморозку. И мне и придется, ребята, заново перепройти босса, потому что вы его не видели. Ну, вы видели, как я с ним начал драться, но вы не видели, как я его победил. Сразу скажу, он дотошный. Ну, я, ребята, когда прошел, получил 4 уровня. Поэтому я немножко здесь усилился. Я думаю, сейчас мне будет его намного проще победить. Ну что, погнали? Где он там у нас, этот охламон? Так, ну естественно, ребят, солдатики будут, как всегда, меня тут докучать. Не без этого. Так, что? Тихо ты, не надо тут буянить мне, пожалуйста. Отлично. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, мороженое, ребята, выпало. Пока не будем трогать.
И что же нам вот этот, ребята, шлем дает, который в данный момент у меня на голове? Он дает мне повышенную атаку от электричества, ребята. Да, именно от электричества. Да я уж не пойму, что же, ребята, такое происходит. А может быть, нам действительно попробовать электрическое поставить? Попробуем, ребята. Как он будет бомбить? Ну, вроде бы бомбит неплохо. Если не... Ох ты, ее просто попался я, а. Неплохо так пробиваем, да? По большому счету, ребят. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. На-ка. Прописали чувачку. Довольно некисло. Так, робот. Жарит, естественно, он жарит, ребят. Да ладно тебе, блин, я попался, ребят, под его суператаку. Что там, взлетает опять? Как всегда, да, летает. Хочет приземлиться на меня. Понятно, ребята. Поэтому я, наверное, думаю, что мы с вами будем... Ну, я при монтировке видео сделаю не самое начало, как я пришел к нему, да? В первый раз. А уже как во второй раз мы до него дошли. Иначе получится слишком долгий бой у нас там. И буквально, ребят, там не хватило чуть-чуть, чтобы, ну, записать, как его забомбил. Ну, судя по тому, сколько там места осталось. Все время у нас какие-то проблемы. Надо, я не знаю, что-то делать. Проверять как-то это дело. Так, подожди. Так, я его заколбашу здесь. Бомбит он мне, посмотри-ка. На-ка. Так, опять, ребята, ракеты полетели. В общем, основная цель миссии нашей — забомбить этого робота и как можно меньше попадать под электричество. То есть, если мы не под электричество, а под бомбы, точнее, ребят. Вот. Если мы с вами не будем попадать под эти вот бомбы, которые он выпускает, то, в принципе, босс довольно легкий. Понимаете, да? И ничего тут сложного в нем нету. По перваку, да, по перваку мне показалось сложным, но на самом деле уже не такой сложный уж. Поэтому мы его сейчас накумарим с вами. Тихо, что там делать? О-воу-воу-воу-воу! Сам виноват. Так, опять, вот, ребята, вот. Бомбу он выпускает, от них просто избегаем. Иначе, если мы попадем под этот град бомб, тогда да, тогда нам будет не сладко, совсем не сладко. Давай тут бомбанем. Да хорош ты уже тут своими пуляками мне. Так. Что-то я, ребят, расслабился, по-моему. Твою же маковку, а. Так, хилимся. Хотел как можно лучше пройти, ребята. И опять же начинаю тупить. Опять он куда-то там полетел. Да куда ж ты... А, значит, нам не могут нанести повреждения, да? Пока мы, ребята, этих чувачков расколбашиваем. Это хорошо, в принципе. Опять свои ракеты, ребят, запускает. Он запускает ракеты. От них просто вот так вот уворачиваемся, убегаем. Ну, все, что хочешь, делаешь. Главное, не попадайся под них. О, ребята, у меня ультиматум. Давайте посмотрим, что здесь за ультиматум. От электричества. Вот так вот он работает. Но все-таки мне кажется, что... Что джин лучше. Вот что ни говори, а джин как-то лучше. Его на дольше, во-первых, хватает. И он бомбит. Он как бы отвлекает даже на себя немножко внимание. А здесь мы видим ничего. Здесь... либо так, больше никак. Да чтоб тебе, куда я там попал-то? Не пойму я. Вляпался куда-то. Так, опять он полетел, да? Опять он хочет куда-то приземлиться. Летит надо мной, вижу я. Так, вот этот световой меч быстренько с вами. Зачем я это сделал? Блин, хотел посмотреть же просто. Ладно, пускай будет, ребят. Ракеты полетели. Давай, давай бегать от ракет. Теперь молнию. Ага, не тут-то было. Увернулись, ребят. Ну что, видим, здоровья у него осталось не так много. Но этого достаточно, чтобы упасть нам еще. Тихо, тихо, не надо пробивать. Тихонько, юлим. Юлим, юлим. Вот здесь вот добиваем, пробиваем. Так, тихо. Слушай, а эти солдаты что-то, ребята, еще такое бросают. Я не могу понять, правда, что. То ли какую-то слизь, то ли яд какой-то бросают они. У них еще есть атака, ну, дистанционная, так скажем.
Так, он там взлетает, да? Ладно, приземлился. Так, ребята, у меня опять мало здоровья, блин. Мне кажется, мне придется, наверное, потом пару серий бродить по старым уровням и зарабатывать бабло, чтобы я мог себе купить отхил. И мало того, что отхил мне нужен, мне нужно взять, наверное, еще какого-нибудь новенького питомца себе. Мне этот пингвин, который со мной бегает, уже, честно говоря, надоел. От него толку никакого и отвлекает он меня сильно. Лучше какого-нибудь другого монстрика приобрести себе. Ну, вы сами понимаете, ценник там, конечно, на этих питомцев очень и очень дорогой. Да безумие причем. Так. Ну что, добиваем, наверное, ребят? Да! Осталось там у него, как говорится, на раз плюнуть. Если он меня сейчас, конечно, не заколбасит. Опять он полетел. Бумс. Все, добивочные, ребята, есть. Я добил ее. Мне интересно знать, сейчас будут так же, как вот при первом прохождении, даваться сундуки или же нет, ребята? Вот этот вопрос меня очень интересует. Так, время 7:42. Так. Ребята, дают сундуки после каждого босса. Это знаете, о чем говорит? О том, что можно вот так вот фармить бабки. Вот таким макаром можно себе накопить и на питомцев, да и вообще на много чего. Слушай, я так, наверное, и буду делать, ребят, с вами. Просто буду убивать боссов, зарабатывать вот так вот бабло. Ну, смотрите, с одного босса я получил, ну, грубо говоря, 330 монет. Так, подожди-ка, давай посмотрим. Кстати, я хотел сравнить же оружие наше. Здесь... Вау. Здесь только лишь магия, ребята, понижается. А на сколько единиц? На сколько единиц у нас понижается магия? Так, плюс 8, плюс 2. Слушай, ну вот этот меч неплохой, на самом деле, ребят. Так, и хотелось бы мне посмотреть, мне дадут челлендж, который вот был при первом прохождении или нет? Дают! То есть мы еще с вами можем и на челлендже зарабатывать бабло. В общем, ребята, я разгадал секрет фарма голды здесь, короче. Вот так вот. Так что ничего тут тогда получается сложного нет, ребят. Будем с вами, ну не мы с вами будем, я буду проходить боссов втихую, так скажем, да. Ну и, ой, как-то у меня, ребят, с этим электричеством не очень хорошо получается бомбить с эти бочки. Сами видите, да. Результат какой-то вообще отвратительный. Ой-ой-ой-ой. Так, ладно, хорошо. 56, всего лишь 56 бочек. 63. Даже 80, наверное, не наберу. Нет, ребят, не наберу, скорее всего. Периодически, ребята, у меня срабатывает автоматически электричество, потому что я взял там такой скилл, выучил новый. Ну что, сколько мне монет дадут? Посмотрим. Смотрите, ребята, 316 монет в плюсе, да? Получается у нас тогда с вами... Так, секунду, я получил, что ли, уровень? Так, ну раз такое дело, давай тогда, наверное, мы вот сюда вот. Чтобы у нас скилл критовал. Угу. А вот, ребята, вот так вот выглядит этот шлем, который я заработал при первом прохождении босса. Так, и у нас есть еще два скилл-поинт очка. И я думаю, что нужно, наверное, нам улучшить. Господи, что лучше улучшить-то нам, а? О! Вот, ребята, что мы с вами лучше сделаем. Короче, при убийстве мы получаем больше голды. Вот так вот скажем. Отлично, ребятули. Ну что же, на этом мы с вами будем закругляться. Следующий уровень у нас, ребята, как вы видите, будет в горах. Ну и увидимся в следующей серии. Будем проходить. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.